Сейчас находимся в рабочей студии, где изготавливаются мебель и интерьеры на заказ. Делается, собственно, сама мебель, стеновые панели и различные декоративные элементы из металла и камня. Вот так выглядит студия. Здесь есть образцы мебели, которые делает компания. Вот перед нами очень большая панель Маркетри для стола, выполненная из раковин моллюсков и разного дерева. Вот, пожалуйста, скопирована копия, сделана копия, видимо, немножко видоизмененная, какого-то известного кресла. Здесь же образцы кожи. Импортная кожа с тиснением имитирует паттерны рептилий, матовая кожа. Все импортное, не китайское. Ткани, обивочные ткани. Они выбраны схожими с разными коллекциями бейкерской мебели, Караколь, еще ткани. Мрамор, различные отделки для столешниц. Для столешниц столов, для столешниц комодов. Разные виды металла. Еще отделка. Ткани. Вот, пожалуйста, скопировано кресло в стиле Честер. Может быть, не скопировано, может быть, это оригинальная модель. Выглядит как заводская красивая вещь. Здесь варианты отделки классических фасадов для классических резных спален, кухонь. Варианты стеновых панелей. А здесь уже варианты материалов для стеновых панелей в спальнях. Можно выполнить стеновые панели разного размера, разного цвета, с разной лакировкой. Вот, к примеру, фасадный материал из перламутровых раковин моллюсков. Вот такой шоурум большой. Здесь сидят дизайнеры, они стесняются. И, пожалуйста, на выбор фурнитура, в том числе и копии брендовой фурнитуры. Вот так выглядит интерьер, созданный исключительно на заказ. Все предметы мебели здесь выполнены на заказ. Диваны со вставками натурального мрамора. Журнальный стол из натурального мрамора. Оригинальная нога, копия ножек Визионары. Это действительно повторение Визионары. А вот, пожалуйста, патинированный металл. Довольно редкая штука. Специально патинированная ножка. Вот так выглядит отделка стен специальным материалом. Мы сейчас переходим в следующий зал. Обратите внимание на стеновую панель. Кресло. Металл может быть матовый, глянцевый, холодный глянец, медь розовая, розовое золото. Очень аккуратно выполнены строчки. Действительно очень высокий
класс работы. Вот такой вот студийный павильон. Вот так работают компании с VIP-клиентами.